Спасибо. Антон Григорьевич, вы в отпуск опять ездили на мотоцикле? С председателем правительства мы разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. Никто и освобождать не собирается. Украина взяла много сотен пленных, и ей предложили, ну, раз вы их в плен взяли, вы их и кормите. Губернатор Курской области поблагодарил беженцев за проявленную инициативу, забрал их деньги себе. И кто выиграл? Не знаю. Я знаю, кто проиграет. Проиграет Украина. Так воевать нельзя. Если кто-нибудь посмотрел мое это видео, отзовитесь, оставьте комментарий, дайте совет России, Украине или обоим. И, конечно же, оставляйте ваши комментарии и лайки. На сегодня прощаюсь. Пока.